Волшебная магия фокусов, письма Деду Морозу, рисование цветным песком, веселые игры-викторины. В пятницу КДЦ «Уралкалия» превратился в настоящую сказку. Ее герои – волонтеры компании. Причем они и в обычной жизни умеют творить чудеса. Так активисты движения «Зеленый контур» заботятся о нашей экологии. Людмила Зибзеева – одна из активных участников этого движения. Когда мы убирали на Редикаре, приходили отдыхающие и благодарили нас вот просто от души, что мы просто так приходим и убираем. Понимаете? Это вообще так трогает за душу. Движение «Зеленый контур» действует на протяжении 6 лет. С экологическими акциями его участники выезжают на лесные поляны и прибрежные зоны в Березниках и Соликамске. В этом году за время уборок было собрано почти 400 мешков мусора. Если для волонтеров «Зеленого контура» результат измеряется прежде всего количеством, то для волонтеров движения «Детская радость» важно, чтобы дети из дома ребенка получили ласку и внимание. На самом деле контакт, он практически налаживается сразу, потому что они тянутся ко взрослым. То есть им это действительно нужно. То есть они любят гулять, смотреть там. Немножко вот ты к ним ласково посмотришь на них, и они уже все расцветают, тянутся. Они очень расстраиваются, когда мы уезжаем. И вот иной раз, наоборот, как-то хочется им показать, что мы еще раз вернемся. Как бы жизнь на этом не заканчивается. К участию в своих акциях волонтеры движения «Детская радость» привлекают ребята из Соликамского детского дома. Подростки создали свой волонтерский отряд и теперь делают добрые дела вместе с колейщиками. Недавно совместными силами они провели новогодний утренник для ребятишек из детского дома. В ближайших планах построят для них снежную горку. Руководство дома ребенка считает колейщиков своими верными друзьями. Вы знаете, это наши, наверное, на сегодняшний день самые близкие друзья. Они нам делали очень много доброго и очень много хорошего. Вывозили нас на лыжную базу, вывозили нас в пингвин, приезжали к нам в гости, постоянные подарки. И в этом году даже поздравили педагогов с Днем Учителя. Неравнодушных бездомным собакам объединило движение «Помоги приюту друг». Колейщики привозят четвероногим друзьям продукты, лекарства, помогают ухаживать за ними и гулять. На празднике самые активные волонтеры всех движений были отмечены дипломами и подарками. Волонтеры – это люди, которые не только меняют то, к чему они прилагают свои усилия, то есть не только помогают природе, не только помогают животным, не только помогают другим людям, но и окружающие, когда видят, как себя ведут эти люди, становятся лучше и добрее. Действительно, чужой пример заразителен. В этом году ряды волонтеров компании пополнили более 60 человек. Все они были торжественно посвящены волонтеры и получили личные книжки для записи своих добрых дел. Валентина Вычурова влилась в движение «Зеленый контур». Я патриот своей родины. Я побывала в других странах, сейчас вот есть возможность такая. И мне захотелось, чтобы у меня была родина моя, Россия, чистая, убранная. Все мы радовались, улыбались, шли. Волонтерское движение «Уралкалия» расширяется, и это замечательно. Компания, в свою очередь, и дальше будет поддерживать активистов. Ведь, как говорится, всем миром можно сделать много добрых и полезных дел. Несмотря на то, что до Нового года еще целых 3 недели, я решила взять в руки волшебную палочку и загадать заветное желание. Ну а вам, уважаемые телезрители, я желаю, чтобы вас окружало как можно больше добрых и отзывчивых людей. Елена Давыдова, Сергей Зибзеев, телекомпания «Соль ТВ».